Лучшие сотрудники крупнейших предприятий организации Одинцовского района были награждены памятными знаками и благодарностями от правительства региона, областной думы и администрации муниципалитета. Вообще без труда невозможна жизнь, да, мне кажется, что она просто скучная. И особенно если ты любишь свое дело, если относишься к нему добросовестно. И вот из этих людей, из самых добросовестных и самых хорошо относящихся к своей работе, мы выбрали самых лучших и сегодня будем их чествовать. В зале действительно были лучшие из лучших, те, кто отдал любимый делу не один десяток лет. Здесь и врачи, учителя, работники сферы ЖКХ, торговли, дорожного хозяйства и других отраслей. Для каждого из них труд – важная часть всей жизни. Вы знаете, это очень значимо для нас, для всех. И не только вот хочется сказать абсолютно всем огромное спасибо за тот созидательный труд, который, в принципе, как раз и показывает, как Московская область с каждым годом наращивает свой потенциал. 17 лет Юрий Сидоренко проработал в ЗАО «Матвеевская». Водитель-экспедитор со стажем с особым чувством доставляет свой груз к месту назначения. Свежайшие овощи расходятся во все образовательные и дошкольные учреждения района. Без труда не будет в жизни, наверное, ничего. Это все. Торжественное собрание завершилось концертом эстрадно-симфонического оркестра Центра народного творчества и методической работы. Каждый из награжденных – герой труда на своем предприятии в родном Одинцовском районе. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».